in Mecca даже. Провести для насыщенный диалог, где четверо послужный список, регулярно среди часов, поэтому я убежден, что сегодняшний. Да, просто с вами говорю. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить от своего имени, от своего имени своей делегации, господина Сергея Ларгова за Я часто был в Москве до этого, но после назначения на пост министра иностранных дел Турции, первый нахожусь в Москве. Сами Богданов, Кузнилары, мы знакомы с господином министром очень долгие годы. Сегодня у нас плотная очень повестка. Сегодня будем говорить о двусторонних и глобальных вопросах. Esasen ikili istişarelerimiz, bugün için yapacağımız ikili istişarelerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın yakında Sus'ta yapacağı görüşmeler için bir hazırlık niteliğinde olacak. Естественно, сегодняшняя наша встреча и вопрос, который мы будем обсуждать, будут одновременно являться подготовкой для предстоящей встречи наших лидеров. Karadeniz gelişimin canlandırılması ve savaşın adil bir barışla sonlandırılması, bunlar da gündemimizde olacak. На повестке дня будут стоять вопросы, как возобновление зерновой сделки, черноморской зерновой сделки, и окончание мирным путем войны, справедливым путем. Ayrıca Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere takım bölgesel ve küresel konulara da değineceğiz. И также на повестке дня будут стоять вопросы, как Сирия и Южный Кавказ. Я снова хочу поблагодарить дорогого моего друга от своего имени, от своей делегации за теплое гостеприимное